Добрый день. Хочу вам показать результат эксперимента. Когда-то я была в гостях в октябре, по-моему, в конце октября месяца, и мне понравилась гортензия метельчатая, даже не знаю, как она называется. И я попросила у хозяев веточку. Вот основную массу прикопала в теплице, а решила три череночка 15 ноября. Вот у меня тут есть дата. Я поставила воду. И вот, смотрите, на одном из череночки проклюнулись почечки. Вот раз, два. Ну, не знаю, будут ли корешки, но я хочу зеленым черенком попробовать еще укоренить. Эти два-то стоят, не знаю, наверное, тут старые, не проснутся ничего. Вот у этого уже есть. Вот они зелененькие. Две-то точно, вот может и третья уже такая набухшая. Они стояли просто в воде. Я ждала, ждала, что-то никаких результатов не было. Я капнула немножко, каплю эпина на литр налила водички. Вот. И вот такой вот результат. Налила сверху пакетом. Все-таки сейчас очень сухо в помещении. Батареи работают, поэтому накрыла пакетом. И вот такой результат. Хочу поделиться с вами. Пока-пока.